Здравствуйте, дорогие друзья. С вами мистер Фрей, игра Нэнси Дрю. Мы закончили с вами на том моменте, когда вдруг я осознал, что фонарик дает несметные возможности. И, честно говоря, конечно же, сейчас нам, ну, стоило бы изучать окружающий мир, понять много важного и нового. Но вместо этого, господи, а где вообще пап, мне интересно? Вот я захожу в эту штуку, мне говорят, пап направо. Я иду направо, и я оказываюсь в кустах. Черт. А поинтереснее право вы не могли придумать? Извините, я тут просто, мне очень прям интересно. Вот вчера я по такой же дороге, кстати, ехал. Ой, вчера так прикольно было. Ой, Тот самый пап? Серьезно? Я на самом деле ни в коем случае не ожидал. Обалдеть, здорово, мне нравится. Я все-таки действительно пришел в паб. Потрясающе. На самом деле, именно в паб я и хотел прийти. Потому что я нафармил 20 монет. Я вам даже покажу, как я это сделал. Только для этого мне, наверное, придется молчать, потому что, по всей видимости, это все происходит на время. Так, я, правда, в эту игру уже давно не играл, поэтому это, наверное, относительно сложно будет. Но сейчас вы меня поймете. То есть я кликаю сюда. Сияние. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так. У тебя все очень хорошо получается. Вы поняли, да? Нет, вернее, вы не поняли, потому что я нажал назад, и там была, конечно, тройка, я заработал троечку, но мне нужно всех обслужить, извините за такие странные слова, и тогда уже у меня было бы прибавление. Но в любом случае, наконец-то навострился это делать, мне вообще помогли, там писали, объясняли, как это все делать. Что? Ладно. Дареной монете в орла не зырят. Вот, положите один жетон, пожалуйста. В эту штуку я вроде бы тоже более-менее умею играть. Нужно именно 201 собрать, да? Это один? Да, это один, отлично. Ненавижу один. Так, это... А сейчас я что получил? Блин, мне это уже не нравится. 83... 33, как бы мне надо, да? 33. Ну, давайте 20. Вот 13. 50. 51 мимо. Если сейчас будет 50, то все будет зашибись. Плохо! Так, ладно, я, короче, переключусь на тот момент, когда у меня получится. Получилось. Что мне дали? Мне дали две монеты? Какой хрен мне две монеты? Ладно, продолжаем. Опять две монеты? Слушайте, это что-то хрень какая-то. А здесь же вроде как должен быть еще мяч. И что-то еще, и свисток. А где мяч и свисток? Я что теперь, на деньги играю? Теперь я трачу одну монету, получаю две? Ну это же бред. Опять две монеты? Ой, блин. Ладно, последняя попытка, наверное. Короче, у меня действительно снова и снова получается доставать монеты, но что-то как-то монеты меня не радуют совершенно... Ой, там что-то еще было? Там что-то еще было, да? Что это? Ой, ё-моё. Это... О-о-о, как кажется, я на это уже смотрел, да? Кажется, я не помню, записывал ли я это именно на видео. Я помню, что мы когда с Женей сидели, вроде бы смотрели на это. И я еще очень смеялся, потому что мне показалось, что это какие-то совершенно левые фотографии, причем как будто бы в России сделанные. То есть вот буквально у кого-то дома из создателей кто-то, не знаю, там жену или дочь зафоткал на фоне шторы. Зачем? На фоне стены. Зачем? А этих вообще как будто вклеили или не вклеили, как будто маски на них нарисовали, а картинку скачали из интернета. Кстати, что вполне возможно, учитывая... Блин, кстати, интересная мысль. Эти же картинки действительно вполне могли скачать из интернета и просто наклеить им маски, типа, это не те люди, и мы никого не это самое не показываем в своей игре. Все это очень странно. Я не понимаю, мне наверняка нужен и мяч, и свисток.
а может быть и нет. Поскольку я еще буду, наверное, долго играть в эту игру, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как мне достать этот мяч, свисток, если это вообще возможно. Ай, ну ладно. Раз уж мы теперь в свободном не падении, но полете, то нужно теперь все изучать. Вообще, изучение местных мест, конечно, мне и очень сильно нравится, и очень сильно напоминает все те же экшен-RPG, по типу диаблов и прочих штучек. Но, тем не менее, я думаю, это... А, о, я хотел сказать, что это не очень интересно, поэтому, наверное, будем отматывать, но... Но я уже что-то нашел. Это вообще, конечно, здорово, столько новых мест. Так, ну что же, иди к папочке, ну или к мамочке Нэнси. Ухо-хо-хо-хо-хо-хо. Это прям очень красиво, но почему-то я ничего сделать не могу. Блин. Грусть, тоска, печаль. Наверное, сюда когда-нибудь кто-нибудь со временем придет. Но значит, мне здесь рандеву. Ладно, жаль. Ищем места дальше. Ну ладно, расскажу вам еще по поводу вчера. Вчера весело было. Я вот живу в Пушкино, и у нас здесь есть какой-то то ли город, то ли что-то такое. Ну, вот есть соседний город Ивантеевка, а за ним еще есть Фрязино. Я туда отправился по делам на велосипеде впервые в жизни. Так вот, было прям очень интересно, потому что в какой-то момент у меня полностью отвалился руль. То есть руль перестал держаться вообще на велосипеде. При этом у меня не было с собой вообще никаких ключей. Я такой, типа, да ладно, сойдет, какая разница там. Вроде есть такое понятие, как импульсный ключ. Оно же вот это вот шестигранник такой, торчащий. Вот. И вот, собственно, именно его мне не хватало, как я сегодня уже понял. Вполне легко было прикрутить руль обратно. Но, блин, это все равно было здорово, потому что... Оу! Оу! Гигантский колодец размером с 3 Нэнси. Да и 3, размером с 10 Нэнси. Ничего себе. Ну или, может, это что-то другое. Интересно было вам показать какие-нибудь фотографии. Жалко, я сделал, грубо говоря, только одну фотографию нормальную этих мест. Ну или максимум две. Еще в одном месте, где у меня как раз руль еще пока работал. Блин, это что тут? Это та самая дыра? Блин, если это та самая дыра, это забавно. Да. Но если это непоправимая ошибка, как-то я попробую еще раз. Ну ладно, давайте. Еще. Прямо с этого момента причем. Вау. Я же младший детектив. Мне, наверное, можно. Это было интересно, прямо скажем. Вот мне нравится, когда вдруг можно умереть в игре, в которой ты вроде бы как думаешь, что умереть нельзя. Это прям просто классно. Это прям как вдруг потонуть в Этернами. Это прям... Ой, очень-очень-очень прикольно. Во, кстати говоря, этот забор мне тоже очень нравится. Ой, ну только к нему тоже можно подойти. Ё-моё. Вот, и там конечно, были интересные места, которые я не сфотографировал. Широкие дороги посреди леса с фонарями. Фонари посреди леса стоят. Широкая дорога, и нет асфальта, и там нет даже ни щебенки, ничего такого. Она просто земляная, но широкая, и с фонарями, и лес кругом. Это прям очень-очень прикольно. Оу. Кажется, это болото. Что-то как-то меня болото не прельщает. Особенно там был жуткий крик. Мне очень понравились руины. И это самая стена. Где-то же еще здесь что-то было, да? Во, вот это что? Это что-то, что я почему-то не могу оценивать. Но здесь классное небо. Ладно. Ну пойдемте все-таки в руины. Я хочу в руины.
как-то болото, там мокро. Мне это не нравится. Вот. Что бы это ни было, оно прям суперское. Это кладбище, наверное. Гномы! Интересно, что там делает ворона? Ворона много где чего делает. Так. А, я понял. А, вот что на этом нарисовано, я не вижу. Не, не так? Ха. Это очень странно. Ну тебя типа не двигаем, конечно же. Ты туда, да, все правильно. А этот как-то и слева, и справа. Этот вниз. Чем интересно, может отличаться тот, который вниз, от того, который пустой? А тот, который вверх и вниз, я вообще не понимаю. Очень забавно. Но очень красиво. Блин. Я не видел, что там написано. Давайте сюда. Это оно? Я, Кайлер, прошу, беру тебя, Мэтт, в мужья. И прошу стать моим лучшим другом. Моим возлюбленным. Моим мужем. Мы вместе проживем эту жизнь, пройдем по дороге жизни через в горе и радости. Не пройдем через горе, мы пройдем в горе и в радости. Во всем полагаясь друг на друга. С нашей первой встречи ты принес смех в мою жизнь, подарил мне радость, и этот прекрасный подарок я буду ценить всю жизнь. С этим кольцом я отдаю тебе всю свою любовь, свое сердце и свою любовь, что я делаю. Это все неправильно. Ой, блин. Слушайте, у нас, наверное, сегодня очень много зашкалов. Мне, наверное, нужно поменьше микрофон сделать, настроить. Ну ладно, потом помонтирую, посмотрю. Мне это понравилось, слушайте. Это вообще здорово. Это все неправильно. Слышь, ты, подаривший смех в мою жизнь, я сейчас тебя по твоей жизни ножом проведу. Ой, блин. Это вообще, меня вообще порадовало, не могу. Так, так, ладно, что бы это ни было, что-то оно какое-то маленькое. Ладно. Вроде бы кто-то, то ли Женя, то ли кто, все-таки говорили, что ждут не дождутся, когда я припрусь в болото. Ну ладно, давайте я припрусь все-таки в болото. Говорили. Придется очень далеко прыгнуть. Ну, придется. Прыгай. Начался шок, в смысле начался шок. А может быть, у меня кончился воздух? Ой, блин. По-моему... Блин. Как мне это проматывать? Никак, да? Конечно же. Только по хардкору. Залезла в болоте только по колено, упала в болото головой вниз. Ой, блин. О, я еще что-то нашел. Ё-моё! Это меня вообще потрясает. Могу идти к каждому кресту в отдельности. Так, левый крест. 1801. Не кликается. Центральный крест. 1916. Не кликается. 1845. Все еще не кликается. Очень странно.
Ой, наверняка они захотят, чтобы я, не знаю, сложил все эти числа и записал в какое-нибудь место. Ну и стена, к которой я хотел подойти, о боже мой. Вы знаете, в готике первой есть странная головоломка. Нужно нажать в определенной последовательности камни. Но если ты камни уже нажал, скажем так, один раз или два раза, ты как бы уже начал последовательность, она как бы не ресетнется. Поэтому если ты сделаешь правильную последовательность, то ничего не получится. Короче, только выходить как-то из этого лупа, как бы, не знаю, там, лишний раз какой-то один еще раз камень нажимать, и в итоге, когда ты будешь вводить правильную последовательность, все-таки получится. Ну, то есть, как бы, ты будешь чуть-чуть сбивать этот луп, и в итоге все пойдет правильно. Блин, короче, что-то мне ничего не получается. От слова совсем. Но я очень богат. Я дьявольски богат. Да, мне нужна подсказка. Думаю, мне нужна подсказка. Как узнать, где должна стоять кукла в кукольном домике? Какую сторону повернуть статуи... Во! Я не могу понять, в какую сторону нужно повернуть статую лепрекона в саду. Ты... А она не разговаривает? На клевер и буквы взгляни внимательно, и ответ придет к тебе обязательно. Какие буквы? И что это? Серьезно, что это? На клевер и буквы. Я уже смотрел, ну. Думаю, мне нужна подсказка. Так, выровнять весы в библиотеке, я, наверное, еще это сделаю. Лепреконы. Во, болото. Как мне пройти через болото, чтобы не утонуть? Ладно, чтобы пройти через болото, нужна реально мощная магия, я понял. Найди то, что подскажет камней значение. Пройди по доске. Короче, с лепреконами, к счастью, разобрался. Нужно было всего лишь в книжку залезть. Еще даже не пробовал свою теорию, но здесь уже, по-моему, более чем понятно. То есть вверх — это вверх, право — это право, низ — это низ. Ну да, круто. Лево — это лево, отлично. Вверх и вниз — это вверх. Без — это низ. А это право. Вверх, право, низ. Так, ну ладно, сейчас. Низ... вверх, право. А остальных типа как нарисовано. То есть так, так, так. Вот правильно вроде, нет? Блин. Сейчас еще секунду. А, черт, у меня как-то... Блин, ну вот. Я просто так тыркался, можно сказать. Что так смешно открывается. Так, погодите-ка, а как тогда получается правильно? Этот у меня показывал вверх, но я его сделал вниз. А здесь написано вверх. А может быть... А, не, написано вверх. Ну, может быть, вверх это значит смотрит на меня... Этот смотрит от меня, хотя на нем ничего не написано. Он якобы низ. Ну, окей. Ладно, ладно, разобрались. Во все стороны типа должен быть право. Он право у меня? Да, отлично. То есть вроде бы как-то имеет смысл. А, ну то есть то же самое, только наоборот все. Грубо говоря. А, черт. Ну ладно, разобрались, короче. О, круто. Отлично.
очень много камней, деньга, ё-моё. Но это прям здорово. То есть ты ходишь, это самое, получаешь очень много классных головоломок в очень красивых местах. И много-много плюшек. Блин, короче, всего лишь сделал одну головоломку. Надо теперь дальше головоломки искать. А, что он мне, кстати, сказал по поводу... Я мне чушь, по-моему, какую сказал по поводу болота. Очень странно, кстати, поставил сюда все камни, но... Что-то как-то... Вот да, вот как-то... Не работает. Так, кажется, мне еще не хватает двух куколок. Ну, найду со временем. Господи, кошечка или собачка? Не, по-моему, кошечка. Собачка, возможно, это, может быть, нет. Корова, свинья. Коровы, свинья и кошечка. Смешно. Так, целая семья и жених. А, может, это дворецкий, не жених, понятно. Конечно, какая к черту проверка. Ладно, мне еще рассказывали, что есть какая-то головоломка внизу. Не внизу, в библиотеке. О которой я забыл, типа. Может, как раз эти весы? Да. Да. А, и как раз, мне кажется, теперь появилась недостающая фигня. Ой, это нелегко. Эй, ну получилось же, да? Нет? Получилось? Нет? Черт, ну почти же, ну... Нет. Ну вот, получилось, нет? Ну... Да. О, недостающий кусок коня. Отлично. Недостающий кусок коня. Это просто прекрасно. Кстати, очень красивый вид, мне очень сильно нравится. Прям очень сильно нравится. И знаете, вот этот вид мне тоже очень сильно нравится. Вот эти вот... свечи. Очень напоминают мне звезды. Не хочу ведь ни с кем разговаривать, блин. Что-то как-то... У меня отпуск, я какой-то очень сильно нелюдимый стал. В этом смысле, может быть, у меня и, не знаю, какие-то не такие суперинтересные летсплеи, можно так сказать, вести себя такой ушедший в себя фрей. Ну ничего, сейчас покликаем, и куда-нибудь допридем. Вот до сих пор интересно, что это за пятно такое. Здесь вот тело Фреда, или как его там, Марка, или как его звали, волокли, что ли. Книгу оно уже почти дослушал, представляете? Черт, прям грустно. Вот всегда, когда гигантская классная книга заканчивается, прям грустно. Правда, надоело уже, но все равно грустно. Так. На. Ну. Угу. Спасибо. Оу. Ну что это? Это какая-то перфокарта, как будто бы. Причем у меня уже была такая. Блин. Странно. Очень странно. Так, еще я помню, была загадка с шестеренками. Которую мне вот, ну, никак не удавалось решить. И сейчас, наверное, тоже не удастся. Ой. Ой, а, вот же она. Ага. Ага. Это прям вот очень сложно, я прям помню. Давайте попробую. Блин, нет! Почти.
Е-ей! Знаете, если бы я не делал это именно механизмом, я бы решил, что в него дьявол вселился. Мне почему-то реально понравилось. Знаете, такой двемерский шлем, не иначе. Оу! На кой хрен мне эта штука? Она же у меня уже, как подсказка, вроде уже была, не? Но анимация была красивая. Блин, так долго сражаться с этой гадостью и в итоге получить всего лишь картинку. По крайней мере, вроде бы я все сделал в библиотеке, все, что мог. А, ну да, и дверь, ведущая в никуда, да. Я уже думал шагнуть туда, но Нэнси не хочет. Нэнси такая, я хочу жить. Есть новости? У меня жена и дети. Мне пора, надо кое-что проверить. Удачи. Я думал наехать на нее из-за этой записки, которая, мол, все к черту, мол, ничего не хочу, замуж не хочу, жить не хочу, никого не хочу. Но не наезжается, не поддается. Так, блин. Это странная игра. Нэнси вообще странная игра, в принципе, потому что кругом куча головоломок, они как-то друг с другом связаны, непонятно как. Что-то случилось? Поиграть в игру? Мне пора. Мне пора. Береги себя. Ну, тебе что-то нужно? Иногда в замке я слышу странный звук, похожий на завывание. Вы его слышали? Я старый, слух у меня уже не тот. В последнее время я даже почти не слышу шум дождя. Но, судя по твоему описанию, это могло быть только одно — крик банши. Хотите сказать, что в замке скоро кто-то умрет? Да. Думаете, это умрет Мэтт? Нам, смертным, никогда не понять, почему духи делают то, что делают, и откуда они знают то, что знать невозможно. Но я тебя уверяю, кому-то в замке Малой грозит смертельная опасность. Ну ладно, у меня одна реакция на это, ну, мне пора идти. Мне пора идти. Будь осторожнее, хорошо? Хорошо, хорошо. Так, я хотел позвонить своим корешам. Корешам. Вот. Здравствуйте. Вы позвонили Алану Пейну. Меня сейчас нет дома. Оставьте свое сообщение после сигнала или перезвоните позже. Привет! Что случилось? Вот, решила позвонить. Есть какие-нибудь новости? Нэнси — это лучшая вечеринка в моей жизни, потому что с ней два раза заговорил Палмер «Стальные мышцы». Вы видели Неда? Я с ним не говорила, он показался мышцы. Мне таким странным. Думаешь, ей стоит сказать? Да, скрывать все равно не имеет смысла. Сказать мне что? Здесь Минки Макнаб. Во всей своей красе. И в бикини. Когда она увидела, что тебя нет рядом с Недом, то перешла в наступление. И поэтому Нед от нее прячется. Бедный Нед. Он слишком симпатичный. Отсюда и проблемы. А у тебя как дела, Нэнси? Какие странные у них действительно проблемы. Но я слышал, что в итоге Нед бросает Нэнси в какой-то из игр. Ну, это забавно. Мне это нравится, я не знаю. Хотя я это слышал именно с негативной точки зрения. Мол, какого хрена, что это такое вообще? Мне нравится, типа, Нэнси, ты задолбался своей работой. Мне вообще на тебя наплевать. Я хочу там внимания и ня-ня-ня-ня-ня. Но у них, я думаю, просто мало общих интересов. Нед, он такой. Хотя, с другой стороны, если бы Нед был таким человеком, которому реально наплевать, то есть, знаете, не такой, типа, добренький, все такое хорошее, прекрасненькое, а вот действительно, типа, Нэнси, ну, у тебя там своя жизнь, у меня своя, не в том смысле, что я там с кем встречаться буду, типа, не знаю, у меня там тоже работа, я без ума от своей работы, там, да, давай иногда видеться, это круто, что ты у меня есть, там, если что, созвонимся, повидаемся иногда. Ну, вот,
Если так, то это было бы неплохо. Это было бы неплохо. Вообще было бы здорово, действительно, такого парня для Нэнси прикрутить. И типа, знаете, и типа не то, что он весь из себя такой добрый, приятный, прекрасный, а именно такой, чё, Нэнси, да? Ну я сейчас типа занят, извини, да, давай потом. А потом позвонила, ой, я как раз освободился, так чё там у тебя? Ну тогда, может быть, такую тебе подсказку в головоломку прям в мозг. Что-то в этом духе. Я нашла листок с клятвами, которые Кайлер собирается произнести на церемонии бракосочетания. Ой, как романтично! Только внизу после всех этих клятв написано, что я делаю. Это все неправильно. А вот это не к добру. Может, она имела в виду не свадьбу? Может, она просто расстроилась из-за того, что не смогла выразить свои чувства на бумаге? Возможно. А ты спрашивала ее об этом? Зачем? Если она раньше не поделилась своими сомнениями по поводу свадьбы, вряд ли она готова говорить об этом. И такое тоже возможно. Постойте, девочки. Вы же не думаете, что исчезновение Мэтта – дело рук Кайлер? Нет, в этом нет никакого смысла. Но такую возможность нельзя исключать. Вы двое невыносимы. На этом все. Спасибо за внимание, да. На этом все. Звони, если что. До встречи, Нэнси. Сейчас, должно быть, будут убивать. Как выбрать? А, во. Нэнси? Привет. Ты вспомнила что-то еще? Прости, мне пора. Я перезвоню позже. Пока. Ей явно не понравилось то, что он ей сказал. Ну, хотя мне сложно себе представить, чтобы сильно раздражала фраза «ты вспомнила что-то еще». Но мне кажется, что это именно тот случай. Блин, короче, я не знаю, что делать дальше. Это что? Непонятное место, в котором никуда нельзя идти. В общем, я думаю, что пока что на этом хватит. Это был мистер Фрей. У нас здесь какой-то... А, второй шанс — это когда я умираю. Вот что это за сохранения такие интересные. Понятно. Так, вот так вот. 6. Замок Малой. Окей. Увидимся с вами в следующий раз. Когда я, может быть, разгадаю больше головоломочек. И я надеюсь, что мы увидим больше интересных диалогов и видов. И безумие. Я люблю безумие. Bye.